Всем хайшки, с вами я, Александр, это канал AimBot, и у нас сегодня LandCruiser Mobile. Поэтому, ребятки, я думаю, что вы хотите, чтобы мне выпало Delete, по-любому я по глазам вижу, прочитать там, да? Окей, ладно, я потом разберусь. Я буду надеяться, что вы мне хотите Delete, чтобы выпало прям досрочно, прям с первого, со второго прокрута. Вот, я прям по глазам, поэтому вангуем. Вот, ну а я поехал тогда делать призывчик. Делит. Да, делит, 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 делит. Приди к нам, делит в студию, да, то есть. Блин, ну. Давай, подкручивай. Нет, не подкручит. Первый, как говорится, холостой. Всем хаешки, с праздником вас, с праздником. Так, давайте я сразу скипну, что у нас? Ну, у нас здесь, в принципе, Крис есть, и есть у нас еще Альфред. Крис и Альфред. Дидлит, ну, окей. Дидлит, приди к нам, Дидлит, давай, давай, дропни, Дидлит. Так, ну я же жму, Дидлит, давай. Ми русский. Так. А ничего, давай, нет. Опять какое-то всякое барахло, Дидлит. Не, Дидлит она прикольная, блин, опять две эсерочки. Опять Альфред, Ванс, а Дидлит. Давай, ну дропни контент, народ собрался прям. Ну давай вот так сделаем, вот так, оп. И я думаю, сейчас вот будет как раз счастливый пак. СР тоже норм, но... Нет. Если будет до гаранта тянуть, я пойду фармиться, ребята. Буду фармить еще тогда. Чтобы вытащить сегодня что-то. Ну вот, она неплохая, прям очень неплохая. Так, ок. Ок. Давайте просто вот так вниз, как показывает стрелочка. Отдай мне модурку, Андрей. Ну! Да нет, не хочет, смотри. Она, походу, точно будет до гаранта тянуть. Чего? Тебе аккаунт? Ты шутник, однако. О, дядька. Ну, тоже, в принципе, неплохо. С первыми лимитками. С 80-го раза выпал. Так, а что у нас какой призыв? Давайте я просто вот так сделаю полосочку вниз. Ну, показывает же. Значит, надо просто повторять. Давай, ну... Давай, ну, блин, нет, не хочет. Прям вообще не хочет. Прям не хочет, не хочет. Хейн. Селина, зато все разные падают. Так, у нас еще два. Все, я не хочу на это смотреть. Мне придется фармить еще. Еще нажать сперва надо. Давайте, давай. Нет. Нет. Вот, а ты говоришь, раньше я вытяну. Раньше мне Варгас выпадет только. Если то... Курама, вот Курама бы с первого прокрута выпал. Мне Курама, кстати, с первого прокрута падал. Вот, поэтому как-то так. Давай, давай вот так. У меня аж все качается здесь. Весь стол. Ну, ну! Нет, смотрите, надо, короче, еще 10 билетов фармить. Не, ну мы, в принципе, можем получить 4 за проход. В 2 часа, да, то есть мы пойдем. Вот как-то так вот до гаранта. Так что надо еще 6 билетов как минимум. И 4 я получу с этого. Можно, конечно, по миссиям посмотреть. А я чувствовал, что так и будет. Я поэтому говорю, что надо до гаранта фармиться. Так, теперь возврат к игре. Найс. Пониже опустись, там награда за 60-й левел. А, вот здесь еще ж. Да. Я вспомнил. Еще 300 кристаллов. И плюс еще вот эти вот крылатые щитки. Это, кстати, прикольная вещь. Курама. Да не надо мне Кураму. Фу.
Прекращайте. Что это такое у нас? А, это монетки, я понял. А, еще ногу сводит, ребятки. А, как, пока ногу сводит, надо тянуть. Поехали. Гарант. Давайте гарант. Гарант, ребятки. Блин, ну что такое? Представляете, сейчас что-нибудь пойдет не так. Давай. Кон, давайте кона мне. Да. Да, ебой. Мы это сделали. Зато с гаранта. Леонхард выпал. Дилит выпала. Дилит. А лайков 13. Поднажмите лайки в честь всех ребятки с праздником, потому что вначале мы еще говорили, поэтому ставим, прожимаем лайки. Почему бы и нет? Поехали! Ну, хотя бы, блин, не обидно на самом деле, то что, блин, оно, в принципе, того стоило. А промокод... А мы сейчас попробуем, я не знаю. Качай ее. Сейчас промокод я гляну. Мы сегодня вводили два промокода. Может, это был промокод. Так, СР-очки. А, Яков. Яков, не обвиняй меня в читах. За что? Это старый промо. А, ну все, тогда вводили мы. Сэрочки. Ну, еще две сэрки выпали. Ну, пойдет, неплохо, на самом деле. Вау! Идеальный высший эльф. Эльф с мощной магией. Командованием. Командование. И самый... Чего? Ладно, короче. Вот. Блин, ну прикольно. Подтвердить.
Так, ребятки, все тогда на сегодня это все. Уже у меня поздно, поздненько, совсем поздно-поздно. Поэтому я уже побежал. Сейчас мы в Guild War и, в принципе, я, наверное, тоже на сегодня это все. Вот, ребятки, вам всем спасибо, что заглянули. Спасибо тем, кто кинул донатик, кто досмотрел, не досмотрел. Вот, поэтому всем, ребятки, спасибо. Вам хорошего настроения, удачного вечера, либо спокойной ночи, там уже, в принципе, да, уже актуально спокойной ночи сказать. Вот, всем пока-пока.